Audi A4, 2002 год, 3.0 газ, бензин, Quattro. По кузову нареканий у нас не имеется, следов коррозии нету, установлены литые диски, хорошая зимняя резина, тормозные диски новые заменены, хром, рейлинги на крыше, линзованная оптика противотуманки. Салон светлая кожа, подлокотник с такими наворотами, аптечка, пепельница, дверная карта, пластик, деревянные вставки, кожа и электрические стеклоподъемники. Салон светлый, электрические стеклоподъемники перед, зад, регулировка, электрорегулировка сидений, память сидений, круиз-контроль, кондиционер, мультируль, магнитола, нештатная, автоматическая коробка передач, зеркало, датчик дождя, видеорегистратор, люк, зеркала с подсветкой, вся электрика полностью рабочая, огромный бардачок. Светлый салон с деревянными у нас такими элитными вставочками здесь и на дверных картах. Приборная панель без ошибок, с подсветкой стрелок, подлокотник с подстаканниками. Сидеть приятно. А, подушечки еще есть у нас, если мы едем далеко. Сидеть приятно, управлять еще более приятно. Напоминаю, Quattro. Для тех, кто боится большого объема 3.0, здесь установлен газ. Это очень хороший автомобиль с хорошей комплектацией, с хорошим кузовом. Находится она у нас в Автохаус Гранд. Все контакты в шапке профиля. Мы приглашаем вас на тест-драйв.